В Алматы объяснили, почему на некоторых улицах фонари светят даже днем. Такое явление периодически замечают жители разных районов. Горожане возмущаются, мол, бюджетные деньги тратятся впустую. Но чиновники успокаивают, рабочие зажигают лампочки в светлое время суток специально. Когда они работают днем, они включают свет, чтобы проверять линии. Это же делается в период паспортизации. То есть, когда проходит паспортизация, они также включают, проверяют и смотрят. Поэтому сейчас идет очень активная работа в городе, где включается свет. Это вынужденная мера такая. Какой-то аномалии большой нету на сегодняшний день. Это связано с тем, что увеличилось количество работающих единиц. Специалисты утверждают, после расторжения договора с недобросовестным подрядчиком, который отвечал за обслуживание уличных фонарей, произошло немало изменений. В городе восстановили 49 километров линий наружного освещения, заменили почти 5000 светильников. В Алматы-Калаш-Жарык увеличили штат сотрудников, закупили 26 единиц спецтехники. Благодаря этому сократилось время обработки заявок от жителей в 4 раза, с 20 суток до 5. Повторных жалоб тоже стало меньше, однако неосвещенных участков еще очень много, признают чиновники. На прошлой неделе Аким Дусаев пообещал полностью решить проблему со светом на алматинских улицах, но не раньше 2025 года.